Всем привет, я Скиф. Это Lost Ark, вернее, демо Lost Ark. Игра вышла в 2018, по-моему, году на Корее. Это новое ММО с изометрическим видом, что-то наподобие Diablo отчасти, но со своими фишками, нюансами, в общем-то, достаточно далеко на Diablo утопало. Но игра вроде как крутая, я давно за ней слежу. В России она будет издаваться от Мейлов, что, конечно, вызывает определенного рода вопросы, но посмотрим. То есть, в любом случае, она free-to-play, поиграть сможет каждый. Но сейчас доступна для всех желающих демка. Соответственно, я вот в нее решил поиграть. Ну, демка, насколько я знаю, небольшая, то есть там максимум на полчаса, а можно и быстрее пройти. И игра вроде как будет у нас в релиз выходить где-то в ноябре, ну, короче, в четвертом квартале этого года. Но это не точно. В любом случае, сейчас давайте посмотрим на эту демо, потому что эту игру я жду и хочу в нее поиграть. Да, это очередная корейская гринделка, но для меня это абсолютно неплохо, потому что я помню те еще древние гремучие времена, когда, играя в Лининагу, я получал профессии, убивая там, я не знаю, триллионами просто мобов с шансом выпадения необходимой шмотки, там 6,5. И как бы было норм, было здорово, было круто. Здесь же гораздо-гораздо в этом плане все должно быть лучше. Доступно тут не так и много в этой бетке, но есть пару классов. У них, правда, по одному архетипу, я так понимаю, доступно, хотя может быть и больше. То есть маг — это министрель. Хотя я не уверен, сколько у них вообще архетипов на самом-то деле. Но тем не менее, давайте, наверное, за магичку поиграем. Тут, по-моему, маг — это именно что магичка, и вариантов мужского пола не предусмотрено. Да я бы не стал играть за мага-мужика, потому что магичка — это магичка, мать ее. Да и на женского персонажа, на женскую модельку гораздо приятнее все-таки в игре смотреть. Я себя с персонажем напрямую не отождествляю, я смотрю просто за ним. Соответственно, женская моделька в этом плане гораздо-гораздо интереснее смотрится, тем более здесь... это выглядит реально клево. Тут еще есть всякие танцы прикольные. Нарядики, это все можно посмотреть, да, стандартно, как и в любых корейских играх, как персонажик будет выглядеть в дальнейшем, в будущем. По-моему, выглядит достаточно-таки неплохо. Ну, всякие разные танцы, смотри-ка ты. Ну, к примеру, пусть так. Пусть так, так замри. Чё, есть милые какие-то позы. Так, ну, неважно, создание персонажа на самом деле не особо важно. Так, есть шаблончики, которые надо создать самому, да, очевидно. Так, давай выберем какую-нибудь модельку лица. Плюс-минус нормальную, да? В принципе, тут, наверное, со созданием персонажа нет смысла особо заморачиваться. Она у нас явно эльфиечка. Потому что все равно демка будет быстрее проходиться, чем я по ходу персонажа буду создавать. Но графически игра, конечно, выглядит очень неплохо. Учитывая, что все-таки вид тут изометрический. Ну, пускай так будет, к примеру. Прическа какая-нибудь вот такая. Цвет волос там. Такой вот. В принципе, почему бы и нет. Далее. Назовем ее как-нибудь типа... Луна. Да, вот так вот. А, не дает мне с шифта прожать. Персонаж с таким именем существует. Очевидно, я не особо оригинален. А мне не дают никаких других. Блин, а как ее назвать? Луна. Вот так вот есть? Имя персонажа... Какие недопустимые символы, игра! Луна? А может, Мун? Да ты прикалываешься. Мун? Создать. Мне без разницы. Пожалуйста, создай, игра, персонажа Мун. Такс. И давай начнем игру. Посмотрим, что из себя игра представляет на данный момент. Демка для этого и служит, я так подозреваю. Локализация в демке присутствует, что логично. Я ждала тебя. Нити наших судеб сплетаются здесь. Оу.
Но детализация мира неплохая. Это Тризион, границы миров. Призма всего сущего. Следуй за мной. На свет. Поворот судьбы. Новое задание. Да, детализация очень неплохая. Но это пока что первая локация. Плюс мы можем приблизить. Ух ты, пух ты. Так, подожди, не попай, встань лицом. О, да, детализация неплохая, моделька персонажа хорошая. Очевидно, доспехи будут тоже клево выглядеть. Ну, учитывая, что это корейская игра, тут всякие красивые бронелифчики и тому подобное, абсолютно не приспособлены для боя, но кого это колышет, это же ММО. Погнали на свет. Я, конечно, смотрел разные трансляции, видео с корейских серверов, там люди играют, но там, блин, пинг под 300-400, такое себе удовольствие. Поэтому ждем с российскую локализацию, да? Ну и посмотрим, как тут будет осуществляться монетизация. Демоны, что прятались во тьме, вновь начали охоту. Мы должны отыскать ковчеги, силу, которая однажды уже спасла наш мир от гибели. Открой книгу пророчеств. Нет, я могу. Твоя судьба, твое предназначение начертаны здесь. Красиво заливаешь. Итак, оружие арфа, министрель. Ну, видать, один архетип, как я и сказал. Тут можем посмотреть, как это все используется. Какими оно тут приемчиками обладает. Но такой очень боевой министрель, да? Какие-то бафы или дебафы, что она там делает? По-моему, дебафы были какие-то. Ну, игра выглядит очень красиво, это я и так знаю. Давай испытаем. Не, модельки персонаж, конечно, шикарно выглядят. Да вообще график очень клевый, конечно. Не передовая, но она технологичная, но очень достойная. Максимально достойная. Так, я могу свои навыки потестить. Мощный аккорд, диссонанс. Такс. Ага, это просто единичный залп. КД 6 секунд. Тут 8 секунд. Тут 8 секунд. По области дринкнуть. Тут 18 секунд. Тут 23. Тут придется прям очень комбинировать все эти приемы. Возможно, еще как-то между собой там синергируют. Но сейчас я в этом разбираться, конечно же, не буду. Блин, ну клево. Ладно. А, я могу призвать врагов. Ух ты, пух ты. Держи. Тихо-тихо-тихо, ребятки. Как вам такое? Блин, ну... Прикольно. Отменить призыв. Прикольно все это выглядит. Ладно, завершим тренировку. Не погнали. Так, выберите класс. Но у нас выбор именно что министрель. Блин, ну умеют корейцы красиво все это оформить. Вот, не дать не взять. Окей. И феминизм здесь даже и не пахнет, просто посмотрите на этого персонажа. Тут как бы фемки корейские, они, видать, вообще слов там, какого права слова не имеют от слова совсем. Либо им начихать всем на их слова. Ну ладно, не суть, погнали дальше. Отныне твой путь избран. Джидалия. Окей. Увы, мне неведомо твое будущее, ибо оно сокрыто во мраке. Но я знаю одно, даже в самые темные времена, когда кажется, что надежды нет, мы должны обращаться к свету, каким бы тусклым он ни был. Короче, бла-бла-бла, куча пафоса. Задание выполнено, наше первое. Ну, погнали.
погнали уже посмотрим непосредственно в игре, как это все будет происходить. Alt плюс X нажми, чтобы скрыть интерфейсы. Ну, это, видать, скриншотики какие-то делать. О, тут другие у нас людишки играют. У тебя такое же платье, как у меня, слышь? Как тебя вызвать на дуэль? Ну, тела, кстати, персонажа нельзя менять. Видите, тут тела-то достаточно одинаковые. Ну, либо их, в принципе, нельзя менять. Только лица. Либо же это как бы бетка. Я, походу, уже 50-го левела, чё? Боевое умение, рюкзак, персонаж. Да, левел 50-й, министрель. Нам сразу дают прокачанного персонажика с какими-то шмотками. Интеллект, выносливость, ловкость, всякие прочие прибамбасы. Что у нас еще тут есть? Боевые умения. Ух ты, это все надо распределить. Чё, тут все балуются всем, чем могут. Жестко. Тут и навыки, смотри, как интересно прокачиваются. Вот у нас есть мощный аккорд базовый. Потом мы можем придавать ему эффекты. Аллегро. Время становления умения уменьшается на 1 секунду. Увеличит радиус действия звуковой сферы после столкновения с противником. Либо же создает в области столкновения сферы звуковые колебания, которые наносят урон в течение 2 секунд. Давай, допустим, резонанс. Дальше я могу пойти сюда, вот на песни льда. Либо нотная стигма, либо гимн силы. Урон, допустим, повысим, да? И дальше я еще могу теперь последнюю эту тему взять. Либо рефрен, министрель выпускает 2 звуковых сферы. Либо же звуковые сферы летит по дугообразной траектории и взрывается при столкновении. Давай 2. То есть сильно 2 с резонансом. Либо тогда широкий диапазон взять. Применить. Так, что-то я не понял, прокачал, нет? Или надо было сохранить на широкий диапазон, гимн, рефрен, сохранить. А вот, все, на максималочку прокачал, надо теперь все навыки подкачнуть. Загружаемся на миссию, на единственную здесь, по всей видимости. Я там раскинул навыки, просто там по большому счету от балды, потому что в этом смысла особо большого нет сейчас с билдом заморачиваться. Вкачал просто какие-то... Посмотрим в бою, как это все будет работать. Какая-то осада, что ли? Ну вот, по-моему, мой персонажик, да? Тупо в первых рядах. Битва за Лютерион. Поговорить с сержантом. Вот и сержант. Я могу просто бренькать обычными выстрелами, а могу... Юхты-пухты. Вот такие всякие волшебные волны выпускать. Тут еще вон всякие сейсмические удары. Там прокачка достаточно интересная. Меня так... О, еще тут и отбрасывает назад. Да, я там сделал, ну, возможность отпрыгивать. А тут по области должен достаточно жестко прилетать. Чисто визуально все эти навыки выглядят. Воу, смотри, как клево. Очень круто. Так, ладно. Давай пообщаемся, парень. Я еще ни разу не видел, чтобы целая армия ждала одного бойца. Вы умеете набить себе цену, Мун. Само собой. А войско регента заняли стены замка. К воротам не подступиться. Они хорошо подготовились, эти слуги демонов. Нам нужно чудо или шанс подорвать их оборону изнутри. Пора бить сигнал к наступлению, мы так долго ждали. Желаю удачи, Мун. Надеюсь, принц Силиан в вас не ошибся. Так, мы готовы к осаде. Так, ну тут наш сержант заливает за стратегию. Я готов идти тупо воевать. А, взобраться на осадную башню. А, подожди, мне надо взобраться. Каким макаром? А? Джи не особо удобно, надо, конечно, переназначать управление, но, опять же, не сейчас. Да поможет нам Руфион.
подать сигнал. Не-не-не, не бафаться, подать сигнал. О! Уничтожить солдат регента и занять западный пост. Ну, не эпичненькое начало, стоит отметить. Пошла движуха. Так, у меня хилки есть, они на F1, да? Ну и музычка довольно эпичная, подходящая, да? Чё, погнали? Посмотрим, что мы тут сможем сделать. Здорово, ребята. Нифига себе. Красивенько. Давай сразу по тем. Так, а на что? А, нас еще из тыла обходят. Не, ну дамаг не может не радовать. Так, это мимо. К управлению еще, конечно, надо привыкнуть и к прожатию всех этих навыков. Но дамажим мы очень даже неплохо. Ну еще персонажик может уклоняться от атак. Так, что мне еще нужно сделать? Нужно избавиться от этой пушки. Так, тихо. Уничтожить охраняющую пушку. Макаром-то. А, подожди. Давай сначала, наверное, вот этих ребят размотаем. Это, в принципе, не особо-то сложно. Так, и тут уже можно двигать дальше, окей. Они, в принципе, меня игнорят, что ли. Держи, ребята. Чтоб не игнорили. Нифига себе. Прикольно. Было внезапно. Я немножечко еще покопался просто в этом, в управлении. Сейчас FPS поднялся. Тени жрут достаточно много FPS, но я думаю, с оптимизацией они еще там подправят это дело. Сейчас стабильных 60 начало выдавать, было что-то 45. Просто тени на низкое убрал, как бы стало лучше. Да ёп! Чё у вас тут за мост такой? Держи. Давай, наверное, какую-то такую уличную магию кастанем. Дамажим очень неплохо. По крайней мере, пока. Держи еще. Не, ну графически очень красиво все сделано. Да, окружение достаточно детальное. Йоху. Держи, ребятки. Это их вроде должно подбросить. А нет, это подмораживает. Неплохо тоже сойдет. Так, мне вообще, в принципе, можно двигать дальше. Куда-то вот сюда. Ой,
죽은 연기가 올랐다. 좋아. Вижу сигнал, таран к воротам, наступаем. Погнали дальше. Насколько я знаю, еще в бетке есть босс. И по идее мы до него такими темпами скоро доберемся. Так, уничтожить лучников. Так, назад у меня какой-то ультимейт. Ария доблести, надо какие-то аккорды накопить. Не, есть ли вообще навыки, которые позволяют это сделать? Так, тихо-тихо-тихо-тихо, это нечаянно. Так, здорово, лучники. А, они сами сдохли, какие молодцы. Так, пошли аккордушки. Что-то много лучников. Давай вот так, наверное. Опа, я пол. Красиво работаем. Вот это все-таки тема с отпрыжкой неплохо работает. Надо иногда рвать дистанцию. И камера еще меняет вид. У меня, в принципе, маны завались, я могу просто тупо все прокастовывать. Что-то не так, я чувствую магию. Какие-то пошли недобрые колдунства. Они создали защитный барьер, его не пробить. Сейчас мы расколдуем. Низцы. Да, зачем черты лица персонажа прорабатывать, когда мы, в принципе, на персонажа вот так вот свысока смотрим. Но да ладно. Жёстенько. Так, видите лесом, ребятушки. Ой, не по плану. С прицеливанием пока, как вижу, беда. Но в целом очень эпичненько. Здорово, маг. Не, так долго бить. Так, явно пошустрей. Что-то они достаточно живучие. Ну давай-ка кастанем вот это дело, посмотрим, насколько это эффективно. Но мало-помалу дамажит, конечно. Можно ускорить немножечко процесс. Минус ворота. Рили с такой толпой воевать? А, изи. Держи. Так, надо отпрыгнуть. Потому что что-то больно. А, во, у меня на Д. Есть классная магия. И Z. Ну-ка, чё, я аккорды накопил. А, я бафнулся, это тупо баф. Я тебя понял.
Так, ладно, харе ко мне подбегать. Давай на дэшку. Опа! Так, что мне надо сделать-то? Добраться до тронного зала. Очевидно, там босс. Погнали. Я нахожусь под бафом. Ария доблесть, сила атаки повышается на 5%. Что-то такой себе баф. Я думал, как-то посущественней. Увеличить силу атаки министрель в течение 150 секунд. 10-20% в зависимости от количества исполненных аккордов. А также повышает силу атаки соратников радиус. Ну, это баф, короче, получается. Окей. Можно его как-то разогнать. Что, в общем-то, неплохо. А я могу сейчас приблизить? Да, могу. Так, тихо-тихо, отдались. У меня колесики на мышке иногда решают жить свою жизнью. Тут карта вообще есть? Нет, карты нет вроде. Ну, есть только карта не на М внезапно. А у меня какой-то способ перемещаться быстро, в принципе, нет, наверное. Хотя можно в навыках почекать, конечно. В рюкзаке у меня только хилки. Я так подозреваю, впереди босс, как бы, и конец демки, да? Конечно, хочется уже поиграть что-то в этот проект, что выглядит весьма интересно, играется весьма интересно. Конечно, непривычно играть сразу раскачанным персонажем, но для ознакомления, по-моему, самое оно. Победить стража замка. Оу. А ты злой. Держать. Оу, поп-поп-поп-поп-поп. Да, из-под таких атак надо уходить. Держи. Бежать. Не то все. А, рви дистанцию. У меня только на Е отпрыжка есть. Оу. Тут сильно. Что такой жесткий? Вау. Так, мне. А, во, я ж на пробел могу прыгать. Рили? Так, у меня не восстанавливается. Мне просто оно как бы не особо пригождалось. А этот парень явно не любит шутить. Надо отпрыгивать. Я отпрыгивать часто не могу. Это как бы проблема. Отходим. Да блин, я опять ничего не могу сделать. Так, это мимо. Ты где там, придурок? Как тебе такое? Держи. Так, лады. Что-то я очкую раньше времени. А, он оглушен? Что с тобой не так? А вот, теперь попал. А я так успеваю выбежать. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, из этого лучше выбегать. Воу, а тут надо внутри находиться. Так, ну прикольные механики. Интересненько. Да в смысле? Да сейчас, конечно, обидно было промазать. Ой! О, я его подморозил. Шикардос. А, отпрыжки не было. Тут она была внутри или снаружи. Тихо, хилься. Вот это, конечно, больно. Прыгай! Ладно, успел.
ты злой. Где же еще? Попробуем подморозить. Не особо сработало. Ой, идиота кусок! Прямо под кувалду. Да это, конечно, неловко вышло. Держи. Так, ну это я фиг знает, в кого-то там метился. Что-то там замер. Все, минус челик. Так, погнали в тронный зал. Ну, прикольные. Я бы не сказал, что у него какие-то фантастические атаки, но в целом неплохо. И вообще тут боссы, насколько я знаю, достаточно прикольные. Ну, судя по тому, каких я видел, они достаточно жесткие бывают прям. Ну, я там видел на Корее. Сам я там, конечно, не играл, потому что пинг. Тронный зал. Умения пробуждения обладают в душе пока не представляю, что за умение пробуждения, но спасибо за совет, игра. Алая коронация, новое задание. Найти Силиана. Опять же, очень приятная графика. Прям очень. Неужели ты думал, что я встречу тебя с распростертыми объятиями? Эрхард! Жалкое ничтожество! Как и твой покойный отец, по всей видимости. Ну ладно, тут какие-то разборки прям. Брось меч, дядя! Все кончено. В самом деле? Ты продал душу слугам Казероса? Или Казероса? Наивный мальчишка, я купила их. Сами демоны прислуживают мне. Что-то мне подсказывает, он заблуждается. А вот с этой силой я, само собой, буду править миром! А, и ты здесь, наслышан. Жаль убивать такой талант. А еще один бой у нас, что ли? Но я дам тебе шанс. Присягни на верность истинному правителю, Лютерии. Отказаться, присягнуть, нифига себе. Конечно, пошел ты в жопу. Так, разобраться с регентом. Да изи. Наверное. Держи. Ой, бежать. Не задалось. Да в смысле? Харамя катать на горках. Бежи, беги, беги, беги. Так, тихо. Опасный какой, а? Вау! Почти. Это было близко. Да блин, хорош память. Лучше не использовать навыки, которые заставляют меня на одном месте находиться достаточно долго. Иначе мне будет фигово. Поэтому будем использовать то, что откатывается быстро. Ау! И дамажит неплохо. Эй! Как я туда забежал-то? Беги! Ой, а он тут еще эффекты накладывает. Ой,
Держи. Ой-ой-ой. Ну-ка, если так. А, все-таки его подморозил. На это и был расчет. В принципе, не особо сложно от его атак уходить. Немножко попривыкнув. Вблизи он пытается меня ножичком пырнуть. Ну, такие все попытки. Ну, предсмертный пафос! Переведем это так. Править он там будет. Ну, в игре, само собой, есть какой-то сюжет. Хотя в такого рода играх это не столь важно, на самом-то деле. Тут главное, чтобы был интересный контент, да, интересные какие-то... финальные там рейды, инстансы, еще что-то, может быть, какие-то активности. И в этой игре, насколько я их знаю, тут достаточно много всего. Еще кто-то? Вы рофлите? Ну, давай схлестнемся. Я думал, тут всего лишь один босс, что-то. А тут прям движуха на движухе. Какой-то явный демоноид. Круто. Да, ей-ей, не то я использовал. Давай мы тебе, рогатый хмырь, навалям. Изи же ж. Так, мне в идеале бы тебя подморозить. Если проканает. Тихо-тихо. Воу! Опасный. А вот от этого я уже не увернусь. Хилимся. Блин, и от этого не увернусь. Он пытается дистанцию порвать. Ай, да ёп. Ну ты нарвался, парень. Этот кастуется достаточно долго. Да уходи ты от атак, что ты встал, раскастовываешь. Видишь, он там какой-то фигней опутался. Ай-яй-яй. Лунная соната вообще не в тему. Да уходи ты. Капец, я его, конечно, задерусь, походу, дамажить. Блин, тут надо мансить прям. Ты что творишь, демона? Не то. Вот это, ладно, побыстрее кастуется. Вот это я зря кастовал. Так, там какая-то невосприимчивость периодически. А-а-а, беги. Что-то он жесткий. Явно пожестче предыдущих. Так, он к чему-то определенно точно не восприимчив. Хара-хара. Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Живи! Ай,
Это я ему только одну полоску сбил. Нифига себе, он атаками спамит. Читер. Так, подожди, брянькать позже будешь, коли выживем. Это бафы. Я тут решил побафаться, как бы. Что-то ты жестковат. Нет, это я, наверное, не буду применять. Ай-яй-яй, у ворот вообще не в ту степь. Так, я тебя понял. Чем мне тебя раздамажить-то вообще? Может, этой фигней? Да, блин, не успел уйти. Так, опять не успел. Он еще и прыгает. Чего ты только не умеешь, да? Воу! Воу, я от этого сейчас не уйду никак. Ре! Спамит еще атаками. Вот кушкой я его хорошо дамажу. Да, еще вот это попробуем фигню еще разок. Воу! Так-так-так, не надо. Только не сверху на меня. Говнарь. Пилки. Так, достаточно долго с ним дрался. Ну, относительно долго. Пошел, Эпик! Масо 군단장을 상대로 이 정도의 위력이라니. 역시 대자의 검인가. 기다렸던 때가 이제야 왔군. 아, тут один демон другого подсидел. Типичненько. Куайон, Масо 군단장. А, ну его силу поглотил. Не будем портить такой чудный момент. Каждый из нас получил то, что хотел. Наслаждайтесь победой, друзья. Пока что. Что он задумал? 어쨌든, в любом случае, битва окончена. После всего, что случилось, я наконец дома. Селян, есть раненые? И где этот подонок, Эрхард? Регент мертв. Благая весть, Ваше Величество, пора взойти на трон и объявить о победе. Трон подождет. Походу, вот это вся бетка, да? Выйти на площадь. Погнали, посмотрим. Чего мы тут смогли добиться, вернее, да?
Но играется все и выглядит очень прикольно. Прям очень. Ну, само собой, надо с первого левела прокачиваться, смотреть, вот это все. Разве это победа? Стены столицы залиты кровью. Так, ну погнали. Поднимем знамя. Не время предаваться скорби. Граждане Лютерии, война окончена. Но оглядитесь вокруг, что вы видите? Сколько семей потеряли своих любимых? Сколько воинов расплатились за эту победу жизнью? За что они сражались? За честь, справедливость и будущее наших детей. За наше будущее. До Эхарда Лютерия была страной рыцарства, страной настоящих героев. Пошел пафос прям. Прям пафосный пафос. Сегодня мы возрождаем нашу историю. И больше не позволим ей попрать. Тех, кто придет после нас, будет повод для гордости. История наших побед, история обновленной Лютерии. Тупо мистер Пафос. Смотрите, сами боги подали знак. Это новый рассвет. Скидыш. Конец демки, да? Да, очевидно, конец. Я опять в этом зале. Что ж, игра выглядит очень интересно, но учитывая, что я за ней давненько так слежу, по-моему, очень-очень круто. Но это пока что только демо. Хочется пощупать, конечно, готовый вариант. Узнать, как тут вообще будет обстоять дело с монетизацией. Но я думаю, стандартно для таких ММО, скорее всего, какого-нибудь прием на месяц или что-нибудь в этом духе. Вряд ли сюда какие-нибудь новомодные батл пассы прикрутят. Хотя было бы, наверное, неплохо. Какие-то шмотки получить. В ММО батл пассов я ни разу не видел. По-моему, было бы здорово, знаете, всякие шмотки-то получать, да, какие-то, ну, вещи, бонусы. Крутая тема. Додумаются ли мейлы до нее, или это будет по-прежнему просто прем, там, чуть быстрой прокачкой, еще с какими-то ништяками. Но посмотрим, увидим. Так, это что за персонаж? В любом случае... На этом всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.